Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстов, владелец сайта поездбыстро.ру. Из этого короткого, примерно 4-минутного ролика вы узнаете, как быстро в сети находить информацию о самолете, участнике авиационного происшествия, его историю и возможные причины случившегося. Почему меня заинтересовал этот вопрос? Дело в том, что на днях я летел самолетом этой же авиакомпании по тому же маршруту. И поэтому мне интересно выяснить, не тот ли это самолет, на котором я летел несколько дней назад. Для того, чтобы узнать, какой конкретно самолет выполнял конкретный рейс, воспользуемся ресурсом flightradar24.com. Я уже рассказывал о его возможностях в одном из прошлых роликов. Итак, заходим на сайт flightradar24.com и в поисковом окне набираем номер рейса. Мороз сильный, и вот звенящий такой звук, вот стоишь и думаешь, то ли Хенкель, то ли это наш бомбардировщик. Мороз сильный, и вот звенящий такой. Друзья, перелетные птицы, только бы наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом.